поэтому зачем мне куда-то ехать? Здесь мои родители, мой отец практически всю сознательную творческую жизнь здесь прожил. Мама тоже здесь. У отца осталось очень много картин, художественных произведений. Я занимался рисованием, и у меня хорошо получалось, и все думали, что я могу потом учиться на художника, но решили, что достаточно в семье, что уже художник есть. Есть актриса, но музыканта нет. Давайте сделаем музыканта. И вот я, так сказать, по желанию родителей, сначала, конечно, неосознанно, а сначала родители захотели, потом мне понравилось, и так дело пошло. Первый раз я услышал орган по радио, когда мне было года 3. Тогда еще были радиотарелки такие черные, послевоенные. И я услышал, как Александр Федорович Гедики, основатель Московской школы советских органистов, играл, он давал еженедельные концерты. Сначала это был какой-то фон для меня, понятно, что 3 года. Потом эта музыка мне как-то понравилась, она вошла сначала в подсознание, потом в сознание. И вот она меня так вот сопровождала, можно сказать, все мое детство. А потом я стал учиться в музыкальной школе, на фортепиано, в музыкальном училище, в консерватории. И в консерватории я уже стал заниматься на настоящем органе. Ну, психологи сейчас, в данный момент, считают, что гены – это 70%. Но это еще ничего не значит. Поэтому генетически я, вероятно, был готов вообще к творческой профессии. А уже реально, когда началось музыкальное обучение, то вот эти 30% они добавились, а потом перешли в 100%. Я специально не направляю. Я считаю, что человек должен определиться сам. Потому что часто бывает, вот родители хотят одного, а дети, им интересно что-то другое. Мой сын – это органный мастер. Он настраивает, ремонтирует и строит органы. Вот в скором времени будет в Перми строиться новый орган, и он приглашен туда уже как органостроитель. Он строил орган в Якутске. Вместе со мной он капитальные ремонты делал в Пицунде, это Республика Абхазия, в Красноярске, в Иркутске, ну, само собой, в Барнауле. Вот. А дочь, она занимается джазовым пением, и у нее еще есть такое направление, как ипотерапия. Это лечение детей с церебральным параличом с помощью лошадей. Если доктор, то он обязан во всем искусстве разбираться. Но у меня есть специализация – живопись, архитектура и декоративно-прикладное творчество. Музыкант, который серьезно занимается своей профессией, рано или поздно переходит в стадию того, что ему нужно передать свои знания. Ну, а вообще в консерватории, как я закончил, вообще-то говоря, 3 консерватории – Новосибирскую, Нижегородскую и Московскую. В консерватории, в дипломе записано солист, инструменталист, концертмейстер, артист камерного ансамбля и преподаватель. То есть после окончания высшего учебного заведения автоматически мы, особенно в советское время, мы переходили в стадию преподавания. А там уже концертная деятельность по мере возможностей.